Но возвратились ныне пастырю и блестителю. Я повторяю, что меня более всего удивляет послание апостола Петра. Неграмотный рыбак, не пастух, не философ, не учитель, не купец, не путешественник. Он ничего не знал, дойти до берега, сесть в лодку, удачно-неудачно провести ночь, продать рыбу и снова за ту же самую работу. Скучная, однообразная работа, дитя природы, как говорят. И я не знаю, что он мог сказать людям полезного, душеспасительного до обращения со Христом. Люди, вот когда встречаешься с ними, вроде что-то знают, говоришь, он ничего не понимает. Выступают часами по радио люди, грамотные, видно, что многое знают, одна пустота. И вот этот рыбак, встретившись с Господом нашим Иисусом Христом, он принес ему все, что имел, и оказалось, что это не стоит ничего. Он был пламенный, добрый, и услышав, что Христа поведут на распятие, он мгновенно же тупился за невидимых врагов. Господи, да не будет этого с тобою, так я тебя полюбил. И мгновенно получил отпор, отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое? Петр легко это усвоил. Больше мы нигде не встречаем у него человеческого. Сегодняшние священники, епископы, патриарх, как будто никогда со Христом не встречались. Читая огромные газеты, журналы, речь не о Христе идет, политизированное христианство. Политика. И кто видел, вот 17 мая был подписан акт объединения Московской Патриархии с зарубежной церковью, или наоборот, русско-православной зарубежной патриархией. О Христе ни одного слова не было сказано. Праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небе. Да ведь это такие, можно было сказать, слова, такое поучение. Ни одного слова. Вообще ни одного. Я смотрел передачу и еще раз находил подтверждение. Не потому, что они неграмотные, они такие слова говорили. Тут же стоит президент на Лигии, который должен стоять соглашенными. Только за то, что мы знаем, что такую страну пустили на разор, что позволили ее разворовать всю. Он заодно это должен стоять с кровопийцами вместе, Писание говорит. Никакой нужды нету. Целуются, обнимаются, стоят. Это новое, созданное неохристианство, политизированное. Политизированное христианство лишено благой вести. Они не имеют той части освящающей, призывающей, обращающей Духа Святого, которая обращает новых людей. Там никто не обратится, покаяния не было. Закончилось это представление, никто не вышел и не сказал, я познал Христа. Я увидел с вами Бог, да и никто не мог увидеть. Сегодня делают опрос по всему миру. Как думаете, что это даст? 38% людей, неверующих, не церковных, ответили, ничего это не даст. Неужели мы этого не понимаем? Что овцы рассеяны. Вспомните историю с Израилем. Царь заботливый, он так о себе думает, как и президент, он же отец нации. Собирается какое-то политическое решение делать, идти на войну. И все единодушно, священники, все говорят, все благополучно, все будет хорошо. И один человек только не сказал так. Он говорит, я вижу, что овцы рассеяны везде. Пастыря нет у них. Есть налоговые инспекторы, есть те, которые наблюдают за жизнью человека, милиция, органы власти, КГБ, а пастырей нет. Нам пастыри это дать не могут. Их надо выпрашивать у Бога. Они нигде, ни в одной патриархии на полочках не лежат. И апостол Петр говорит, мы все были, хотя я был рыбак, но как овцы, блуждающие. Зачем сегодня ваш пастух пошел с овцами? Оставьте овец хотя бы на один день, вы к вечеру уже не найдете ни одной овцы. И найдутся на них хозяева, и они попадут под поезд, они утонут, их разгонят бродячие собаки, шатохи, а могут попасть и дикому зверю. Ладно, мы живем в таком месте, где нет волков, а волки сразу их найдут. Мы все, весь Израиль, Петру этого простить не могли. А представьте, какое левитское колено, 1/12 часть страны Израиля была посвящена богослужению. 1/12. Каждый 12 человек был посвящен на то, чтобы служить Богу, заботиться о людях. Ведь речь шла о сотнях тысяч. Минимум 250 тысяч у них было там, которые наблюдали, как правильно людям веровать. И вдруг приходит рыбак, неграмотный, и говорит, ни одного пастыря нету. А кто это? Нахлебники, наемники.
Они не заботятся. А пока как это узнать? Чем ты это докажешь? Вот его допрашивают. Он говорит, мы были блуждающие. А кто о наших душах позаботился? Наша тетушка создалась не благодаря епископу. Епископ для нас здесь ни одной души не приобрел. Он сделал великое дело, что не сгрыз, не убил, не задавил. Я ему это и сказал. Мы за это вам всю жизнь будем благодарны. Сегодня задача епископа, как будто в одном следить за тем, чтобы не проявилась жизнь и уничтожить, если она есть. Мы имеем очень большой опыт, ходя по городу и видим. Он рассеян. Люди ничего не знают. Выходя из храма, ничего не знают о празднике Вознесения. Ни одного не встретили. А ведь можно было как сказать, праздник-то Вознесения, это удивительный праздник. Господь сказал, я образую один самый большой монастырь. Вся церковь составляла монастырь. Сидите, никуда не ходите. Вот это самое монастырское занятие. А сколько будет продолжаться? А не знаем. Мы, наверное, размахнулись на 2000 лет. Через 10 дней монастырь кончился. Бог его распустил и подвое по всему миру. А то можно было людям сказать, итак, день Пятидесятницы приближается. Вот, следующее воскресенье. Приготовьтесь, сошествие Духа Святого. И так стоять нам уже не придется после дня Пятидесятницы. Бог развеет всю церковь по 2 человека по всему миру. Идите, рождайте. Идите, сейте. Идите, собирайте блуждающих овец. Идите, соберите их в одну кошару. В одну отару сбейте их. Почему? Такие мы были. Ну вот он нас собрал. Он есть пастырь, единый вечный, дающий пастырь. А мы все его пастыри, Петр далее говорит. И мы должны у Бога просить, Господи, дай нам пастыря. В день 17 мая 2007 года, когда было подписано соглашение, епископ Евтихий получил новое назначение, и теперь называется домодедовский епископ Московской Патриархии. Его у нас нет. Но мы поминаем его, потому что указ не поступил. Его у нас нет. Все. Навсегда. Я вам даю как завещание. Никогда в Московскую Патриархию не переходить. Никогда, никогда и никогда. Мы дали согласие войти в нее только через наш синод. Теперь мы, когда получим бумагу, будем просить, молить Бога. Прошу всех просить Бога, чтобы Бог нам показал, какой путь. Мы остаемся с Лавром, по-прежнему молимся. Они нас как бросают, уже полностью, бывшие приходы названы, бывшие. Они ликвидировали нас. Это не то, что было там в акте подписано, где и мой брат участвовал. Это приложение как? А в приложении можно было написать убить нас, продать братство чеченцам. Что угодно можно написать. За то, что в приложении не подписывался ни один из наших делегатов. Мы не знаем, что с нами будет, нас рассеивают. А почему? А сатана подходил и просил. Он говорит, я видел, подошел сатана и сказал, чтобы я сеял как пшеницу. Это выполнение молитвы сатаны, чтобы рассеять по всему миру. Мы что, ничего не видим, что делается? Это признак последнего времени. Но с нами, я уверен, ничего им не сделать. Почему? Мы сделали с каждой пастырь своей души. Мы не учили полагать упование на священника. Хороший священник, и мы хорошие. Плохие мы, я перейду в старообрядчество. Плохие, я перейду сейчас католикам. Нет, это мой дом, я никуда оттуда не уйду. Здесь я буду трудиться. Православие – это моя родина. Мы здесь будем заниматься благовестием. Рождать благовестие. А зарубежным им деваться некуда было. Они уже исчезали. Они больше, чем наполовину, состояли из двух прибывших из 90-х годов. Они все патриархийные. И соединение – это хорошее дело. Оно вредное было, это разъединение. Но нам нельзя быть так, потому что наша община рождена от благовестия. Вот я о чем говорю. А туда пойти – это смерть. Сразу же они переводят священника, патриарха будет разрушена. Вот 16-летия последний раз мы справили. Это у них практика. Он не будет смотреть, что священника нам нет. Он пришел, я вам, что вам надо-то? У них как военных, место на место. Лагерь он прикроет, я не благословляю, и все на этом кончилось. Вот почему нам нельзя туда идти. Мы будем молиться о том, чтобы нас, они, сохранили, как мы согласились, подчиняться этому решению, но через, как все, как Австралия, как и прочее. А мы образованы под эгидой зарубежной церкви. Мы не переходили из Московской Патриархии. Московская Патриархия в нас ничего не положила, кроме злобы, кроме ненависти, гонений, которые послужили ко благу нашему. Они нам не помешали. Зло творили, но не получилось. Вот как говорил об этом пророк Исаия, 5, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Под разными причинами не приду вечером на богослужение. Где ты блуждал?» Бывает нужда, но воскресенье-то обязан быть здесь. Совратились каждый на свою дорогу, сектанты на свою дорогу. А секта ни худо, ни мало сегодня, 20 тысяч разных наваний.
Одни староверы без попов со 48 наименований. Из другого не знаются. Ты еретик и все. А Господь говорит так через Павла. Я всем делался для всех всем, чтобы приобрести некоторых. Я буду со старообрядцами. Я буду с баптистами, оставаясь православным. Павел был с язычниками, будучи иудеем. Для подзаконных я как подзаконный. Для чуждых законов, как чуждых законов, в душе не будучи чужд закона. Мы для всех должны быть всем. И задача одна, как только талант свой развить. И каждый день об этом надо молиться. Господи, я Твоя отца, дай мне добрую пищу, чтобы священник наш служил вдохновенно, чтобы каждое слово службы падало на сердца детей, чтобы дети знали Бога. Это будущее России. Сегодня понимают, будущего у России нет. Враг бросил все силы на уничтожение детей, а уничтожение идет за то, что через то, что нет Слова Божия. Нет его. Каждый совратился на свою дорогу. А выход где? Ведь это же грех на свою дорогу. И пророк Исаия говорит, и Господь возложил на него грехи всех нас. Вот для спасения. Чтобы возвратиться, надо согласиться, что Христос за меня умер. Его кровь меня очищает от греха блуждания, что я где-то ходил. И я теперь его овца. Тебе хочется в ответ что-то сказать? Опусти глаза, я его овца, я могу только проблеять. Тебе сделали замечание, хочется оговориться. Я его овца, я смиренно принимаю. Несправедливые упреки я приму. Через это братская любовь касается меня. А может через это что-то хочет сказать? Я раньше говорил, вот это объединение проще нам на пользу. Нам открываются двери к ним пойти. Уже пошли сейчас. И они уже стоят в растерянности. Мы как бы их, а мы остаемся те же самые. Они не знают, что с нами. Это для них боль. И не только головная, а сердечная. И мы будем не их поносить, что плохая патриархия. А они неизвестно какие. Ее образовал в 43-м году Сталин в двери. И они не раскаялись в этом грехе. Дух этот перешел во всех в них. А в том, что они не идут на благовестие, что людей не приучают к Библии. Вот главная эта причина. Люди не ощущаются через слово. Пророк Иеремия, пророк печали и гнева. 34 глава, 6 стих говорит так. Это Иезекииль, 34 глава. «Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Это Бог говорит! А что значит высокий холм? Ну, люди возносятся, только у нас вера, только мы правильные. А там ничего и не найдешь, корма нигде. Спроси конкретно, когда в последний раз священники, православные, там, старообрядцы говорили, дети мои, изучайте Евангелие, не садись за стол, пока Евангелие не прочитаешь. Читайте Евангелие, ведь этого нет. А дальше по высоким холмам все рассеялись. Во второй книге Маковейской, 2 глава, 2 стих. Как люди заблуждаются? Заблуждаются мыслями своими. Можно стоять в храме, на службе и заблуждаться. Блуждать, овца ушла из храма. Каждому слову старайся прилепиться. У нас богослужение это по милости Божией, и благодаря нашему епископу, который принял нас, он служит на русском языке. У нас надписи из Писания. Ты найди в храмах православных где-нибудь. Ни в одном храме нет, ни в России, ни за рубежом. Но уникально это. Я скажу, супер уникально. Так сохранить-то это нам удастся только тогда, когда мы Богу скажем, мы оценили это Господу. Не оценим, Бог все это снимет. Следующий епископ скажет, убрать, еще какого баптистов понавесили. Мы знаем, какой фразой он это все закончит. Определенно. Премудрый Соломон 12.2 говорит так. Заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, вразумляя. А для чего? Чтобы они уверовали в тебя. Как только человек уверовал в Бога, вразумление началось. Ты все время должен спрашивать, а воля Божия есть или нет. Вот некоторые у нас приехали в гости, а вы молились об этой поездке, поставили 4 вопроса. И первый вопрос, а что я этой поездкой ищу? Трату горючего? Или что? Временно или вечно? Временно вам мы ничего не дать не можем. Небесное или земное? Земное у нас еще не выросло, очень не могли бы дать с огорода. Значит, небесное. Один. Второе, что говорит от этом Библия? Библия говорит так. Идешь в храм, приготовь сердце не к жертвованию. У нас не собирает тарелка, вон ящик на стене. Положи, что имеешь. Ну и не это главное. А приготовь сердце к слышанию слова Господне. Я еще небесно. Положите на второй вопрос ответили. Третий. А что совесть моя говорит? Совесть моя говорит, ищи небесно, воскресный день для Бога. Хорошо послушать слово Божие. Положительно.
Не будет ли это соблазна кому? Ну, бывают люди неверующие. Вот собрался, поехал, да лучше бы на рыбалку съездили. Я знаю как, во внимание это не надо брать. Все четыре вопроса положительно ответил. Поезжай. Я скажу, у нас не было людей здесь, которые бы побыли, уехали и сказали, вот зря я время провел. Здесь ни одного пока. За 16 лет. А здесь побыло не 16 человек. У нас были люди всемирно известные. Был игумен Кирилл, председатель неоднократной Всероссийского братства Леша, который комментирует выступление патриарха Алексея II. С ним вместе на службе, к нему разные патриархи приезжают. И он говорит, самый яркий момент моей жизни, это то, что я был потеряевский. Из-за границ не вылазит, в монастырях, на Афоне везде бывает. Почему? У нас в книге это все описано. Любовь к Богу нас соединяет вместе. Премудрость Соломона, 13.6. А заблуждающихся, может быть, заблуждаются некоторые, может быть, ища Бога и исследуя. Причина такая, они заблуждаются. Сколько разных сект. Мы с ними начинаем разговаривать. У них на каждом шагу необъяснимо. Одно место Писания противоречит другому. Православие сильно тем, что у нас святые отцы, впереди нас прошедшие, которые истолковали Писание. Блаженный Апипелаг собрал все вместо. Любое место Писания Нового Завета мы открываем и имеем толкование. Вот чем мы счастливые, сильные. Сирахов 17.23. А заблуждающихся, как заблуждались, размышляют так глупо. Я хочу быть заблуждающимся. В обратном порядке. Хочу быть глупым. Нет. Не хочу. Значит, если я заблуждаюсь, глупый. Когда люди вот у нас были в Потеряевке, уезжают, и под разными причинами, то детей учить негде, то работы нет, то еще что-то. Ты сам подумай, ты ищешь спасение для детей, детей потеряешь. У нас есть опыт, кто уехали, у нас лучшие дети не стали, они беспризорные, то есть ими никто не занимается, хотят при живых родителях. И которые уехали, стали собираться по воскресеньям, изучают Слово Божие, нигде этого нет. Ну ты-то будешь не первый, не второй, а 22-й. Ты одно положи, что угодно, пусть будет, как трудно, но будут держать, чтобы деток своих вывести. Не вырвать отсюда. Ты их возьмешь, ты потеряешь их. Ты будешь ахать и охать, это не кормильцы тебе вырастут. Ты посмотри, какой разврат идет в школах. Наркомания, нанимают специально милицию, которая охраняет от старших. Насильно делают один укол, а дальше ребенок делается наркозависимым. А ты бы, девочка, молился, такой уголок. Как бы осколок неба Бог дал, чтобы день и ночь со своими детьми тряслись, занимались. Иов 12.16. Перед Господом и заблуждающиеся, и вводящие в заблуждение. Это перед ним все. И с нами, что сейчас есть, какие будут указы, мы просили Бога помочь нам. Кто у нас будет епископ? Не знаю. Может нас сделать подворьем от лавра. Все может быть. Надо усилить молитву. Просить Бога и верить. И принять это. Псалом 57.4. От утробы матери они заблуждаются, говоря ложь. Хочешь узнать, заблуждающийся ты овца или бродишь где-то, ложь говоришь, нет? Ты можешь обмануть кого-то, но внутри себя ты знаешь, это не так. И сразу добавь, я заблудшая овца, я солгал. Прямо дается вот лакмусовая бумажка, по которой определить. Ты один раз солгал, и всю жизнь ты блуждал, ты лгал. Решение любого вопроса на коленях. Тебе не дается что-то непонятно. Залез в ручку, зачетки, 100 поклонов. Сразу на Слово Божие, хотя бы одну славу или катизму прочитай, и ты увидишь, вдруг все развеивается, все по-другому будет. И совсем не так, как ты думал. В течение 20 минут все будет по-другому. Псалом 94.10. Этот народ заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, говорит Господь. Причина одна, знаю ли я путь Господень. А путь Господень там, где кровавые капли его, израненного, казненного, распятого за нас Иисуса Христа. Открывай Евангелие и скажи, это путь Господень. Сегодня абсолютно точно, что ты пришел в храм, это путь Господень. Что ты будешь на занятиях, ты будешь слушать Слово Божие, это путь Господень. Если ты ушел далеко, вернись к нему, скажи, заблудился, взыщи меня как овцу потерянную. Псалом 118.67. Прежде страдания мое я заблуждался, а ныне Слово Твое храню. Значит, на одной стороне заблуждение, а на другой хранение слова Библии. Прямо показано, как от себя.
Ну вот овцы заблудили, сделали состояние в дверях. А я ни одна из этих овец. Как проверить? По слову. Другого пути нет. Тебя может священник баюкать. Пастырь. Тебя могут все хвалить, а ты перед Богом может быть совершенно не знающий, чужой. Притча Соломона, 10 глава, 17 стих. Ты отвергающих тебя обличаешь. И кто принимает наставление, тот на пути к жизни. Чтобы встать на путь, надо принимать наставление, а не так, что я крайний, что я виноват, опустись мне на глаза. Как рассказывает, ну, в виде басни, овцы-то известны какие, а волки-то, чтобы проникнуть-то, написано, они надевают одежду, овечью, хотя мы говорим шкуру. А как вот узнать? Они ничем. Хотя я взял прутик, и каждый овцу бьет. Ударит овечка, она голову отогнула, пробежала. И как только волк выходит, овечка, он ударил прутом, он сразу щелкнул зубами. И вот так человек, он сделает что-то маленькое обличие, он сразу скрытился. Все. Это видно чужой человек. Христианин, даже несправедливо обличаемый, он поблагодарит за то, говорит, за намерение. Ты же хотел меня исправить. Хотя во мне этого и нет. Очень просто узнать, сделайте ему замечание. Самое простое, и вы увидите, что с ним получится. Волчий оскал. Исаия, 29 глава, 24 стих. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Значит, мудрость и послушание – признаки овцы, которые находятся со Христом, которые с пастырем. Златоуст повторяет, смотри, вместо пастыря волка не избери. Какой пастырь? Знает ли он Бога? Читает ли Писание? Принимает ли от тебя какое-то слово? А не так, что он учитель или... К нему не подойди. Мы все друг от друга учимся, урок Христа. Иезекииля 44:10 показывает причину, почему Израиль заблудился. Когда Христос пришел и говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля, не к погибающим погибшим, если Израиль погиб. Почему? Равы и левиты, которые удалились от меня, левитское колено, призванное приносить жертвы, во время отступничества Израиля, которые оставили меня, блуждали вслед идолов, они понесут наказание за вину свою, что потеряли овец. Весь Израиль был рассеян. И сегодня в России вся беда-то в священниках. Все решает кадры, один человек сказал. Да если бы священники-то учили, народ-то был бы не такой. Они не знают, кто их овцы. Я спрашиваю у баптистов, сколько членов церкви, он мне смело отвечает. Спрашиваю православного священника, 50 священников, ни один не мог ответить, сколько у него членов церкви. Ну так приходит, в субботу было 13, а в воскресенье бывает человек 50. Он не знает. Ну как это не знать? Это я был пастухом вот несколько лет назад, у меня каждый ягненок, я его фиксирую. Наш отец знал, он не мог записывать, но знал, до одной овцы. 1500 овец всех знает. До одной. Это был добрый парень. Это нам пример. Матфея 22:29. Главная причина заблуждения, когда овцы заблуждаются и уходят. Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Мы знаем Писание. Давайте поверим, что сила Божия нам даст хорошего епископа. Силу Божию поверить надо. Иуда 1:13. Такие люди, которые заблуждаются, это звезды блуждающие, которым бледется мрак вечной погибели. 2 Тимофея 3:13. А злые люди, обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. То есть специальные люди будут, как волки, войдут в общины, будут рассеивать. К Евреям 3:10. Они непрестанно заблуждаются сердцем. Они не познали путей моих, говорит Господь. А почему заблуждаются? Не любят Господа. Итак, Петр сегодня нас называет, быть может, овцами, которые, если не заблудились, то легко могут заблудиться. Но чтобы мы вернулись к пастырю и блестили душ наши к Иисусу Христу. Аминь.